Всем привет, уважаемые зрители! Перед началом работы нужно выпить чайку, либо кофейку. А то день трудный, смена длинная. Так что присаживайтесь с нами, угощайтесь конфетками. А мы сейчас попьем чайку и идем работать. Здравствуйте. Валерий, здравствуйте. Дима. Иди. Так, пойдем отсюда. Вчера так немножко подтекало, сегодня вообще дома. Так, надо фильтр покупать. То есть на фильм, да? Угу. Кран-то у меня есть, а фильтра нету. И панельки пострадают, не снимается она. Ну, наверное, что снимается, я хрен знаю. Как бы съемная, снимаем квартиру. Может, ее надо вытащить, попробовать. Так. В общем... Это с аварийной службой, где? С аварийной? Я прям сегодня звонил, ну, этот, сантехникам тоже. Не тебе? Не-не-не. Что, подойдут сантехники? Так, не знаю, если обещали... 12, а хрен знает. Пока не звонили ничего. Ага. Там женщина такая, там приедет, там типа все посмотрит. Ну смотрите. Если что, так наберете тогда, если не приедет никто. Или что-нибудь там не срастется. Так, если что, так надо за фильтром, да, сценарий? Ну, фильтр в любом случае, ну, резьба отломилась. Не там знаю, как там. Кран из крана выкрутится резьба еще не видит. Вот еще может в кран, сам кран еще может придется менять. Может быть. Ну, у тебя-то как бы доступ-то есть, вот когда стоят. Да, конечно. Что-то я могу туда доваривать, а потом схожу, фильтр куплю, да. Да сейчас я включу. Алло. Дима, здравствуйте, вы на фанере. Сейчас женщина звонила. Вчера у нас заявка была в 20:34. 9, квартира 78. У них засор в ну, под раковиной течет. У Инны написано, на первом, втором и четвертом этажах никого нет дома. Что-то так. На стояках стоят пропиленовые краны, не держат. Стояки не перекрыть. С пятого этажа договорились пользоваться водой по кухне, не будут. Стояки не отключали. Сообщено Пылаевой. Сейчас эта хозяйка звонит опять и говорит, у меня все бежит, людей нет, отключайте воду. Так там надо весь дом отключать. А если не держат, значит весь дом надо. Не держат, ведь там написано-то, да? Там написано, да. Она такая, я не могу больше черпать, у меня все типа бежит. А у нее какой этаж-то? Я ведь на работу должна уйти, так я не знаю, что делать. У нее третий этаж-то? Да. Сейчас заедем, посмотрим. Еще раз адрес. 9, квартира 78. Ага, понял. Слушай, у них домофон не работал. Я не знаю, может смс-ка как-то телефон вам скину. Так попаду, если что, так позвоню. А, ну ладно, звони. Угу. Так, смотрите, если я буду делать, 2000 будет стоить. Ну, она мне тоже сгорела, что где-то в районе 2000 это будет стоить. Ну и магазин пока за фильтром съезжу. Да. То есть сами купите?
Ну, конечно, что бы. Мы все равно сейчас на заявку поедем. Ну, хорошо, давай тогда. Ну, я сейчас позвоню женщине, скажу, что отбой дай все. В течение часа я подъеду. Добро. И вот это, уберите все. Возможно, я положу. Стояк не отключить, опять все равно вас вызывать надо. А? Помощь не нужна? Не, не. Ну, ты еще раз.
Здравствуйте. Опа. Где куда? В зале. Бумажки, туалетные, салфетки бумажные, что-нибудь такое. Мне одну хватит. Сейчас перекрою. В понедельник дом управления позвонить. Ну или кого-то нанять. Надо перематывать. Хорошо. Причем обе надо перематывать. Там тоже все в ржавчине. Пока перекрыто. Течь не будет. Ладно. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите, пожалуйста. Так. Ну, здесь прикрутили. Здравствуйте. Так я предупреждал, что ли. Местная фигня. Угу. Вот такого вот рода. То есть, в ленте. Да не, не надо, там залезли. Сейчас схожу, отключу и подойдет. Ага. Ага, хорошо. А теперь все на выход с кухни. Да выше. Вот, что ты мне подпинаешь туда-сюда? Вам кресло мешает? Нет, нет, нет.
все перечеркнули. Какие вам еще? Течет. И кажется, что сверху, потому что вот это все, оно тоже сырое. В стене где-то? Где-то, ну ее тут выдолбить-то можно, я бы выдолбила, я боюсь, если спайка там плохо держится и вообще сиганет. Ну я отключу, в понедельник дом управления позвоните. До понедельника без воды сидим, да? Да, этот, голубь. Выдолбите все равно до понедельника. Так, а у вас... Переделано, нет? Ну, он перенесен. Перенесен. А на кухне не отдельно стояки? Нет, у нас один стояк. Я говорю, что сейчас один останемся стояк. Без горячего недельного хранения, там флеш проедет. Угу. Что делать-то? Ладно. Домофон-то работает. Я позвоню, да, спрошу, проверите водичку. Всякий случай. Mm.
Раз. Давай. Что-то пробивать надо, скорее всего. Видим, блядь. Не закрывать? Я сейчас пойду. Я в подвал пойду сейчас. Че, пиздец, отсюда? Он оттуда. Где эта самая гофраза ходит? Значит, где-то засла, да? Сейчас-то что, ушло все? Пока, да, я людям сказал, чтобы они это самое не мылись-то, в сортир не ходили. Уходит? Угу. Сказочно, блядь. И че? Водичка что, закрыта? Водичку перекрыли, да? Откройте. Еще где-то пробка встала и нам уехала. Может. Давай, блядь. Сука. Наберется, так посмывайте. Я пока в подвале еще разберу на всякий случай. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте.
наполнитель кошачий. Туалетов. Опилки. В голове моей опилки, да, да, да. Вытащим трубу и посмотрим. Полная. И там все полное. Вот так молодцы.
не работает. Все нормально, уходит? Да. В общем, там кошачий туалет, кто-то смыл наполнитель. И он там забился внизу. Ну, эти опилки. Надо подписывать, нет? Нет, ничего не надо. Спасибо большое. Здравствуйте. Ножичка, будьте добры. Беспокойством с солью ночь еще решает кофе, насколько сладок будет сон. Третий час покоя, как должно я в такое время, август на исходе, прячется в альбом. Тряпочку половую и картонку какую-нибудь стену закрыть. Тряпочку влажную только надо. Влажную? Ага. Сейчас отключу тогда и подойду. Но завтра будет море с беспокойством, с солью оставает кофе, пускай же сладок будет сон.
пойду запускать. Номер телефончика ваш еще. В общем, запускаем, перепускаем, проверяем. Ну вот, смена закончилась. Всем пока. До новых встреч.